правда. Супер, вообще не пробиваешь. Ты абсолютно невесомый. Ну я знаю, что тебе что-то не хватает сильно. Вот, влезай, снимай, не конца. И будешь сейчас как королева, причем с капюшоном. На всякий случай. Разговаривать? Давай разговаривай. Я стою на вершине Гималаев, около Ратанг. У меня хорошее настроение. По дороге едет автобус. Очень много русских туристов в Индии интересуются индийской культурой. Все хотят побывать в Гималаях и проникнуться воздухом свободы. Машины ездят без конца. Там, чуть-чуть выше, они сгрудились кучами, так что не могут разъехаться. А дороги очень-очень узкие. У нас очень хороший шофер, но все равно нам с ним страшно, потому что возит он нас по кромке пропасти. Пропасти очень глубокие. Высота пропасти достигает нескольких километров. Это проехала еще одна машина туристов. Они ездят с русскими туристами. Они едут кататься на лыжах с горных вершин Гималаев. Да. Это последний снег. Да. Через... Ратанг. Да. Через неделю он растает. И сезон закончится. Мы очень счастливы в Гималаях. Stop shooting, please. Меня не снимайте. $100. $100 for this shooting. I ask you. It's also Russian tourist. Are you shooting? Ну? Я стою напротив солнца. Солнце бьет прямо в камеру, поэтому моего лица не видно.
меня очень хорошее настроение. Это я, скажи. Это я, а там едет автобус. It's very dangerous for me, but my husband said that it is not dangerous for me, and that's why I'm staying here, and I'm vegan. There are many friends in Himalaya. Sidhi, Indians, Muslims, and Russians. Always Russians. In the hills, in the towns, in the market, in the hotels. Russians is everywhere. Himalayas is the Russian country. Стоп! Сюда. Еще сюда. Стоп! Вот так, хорошо. Нет, назад. Шаг назад. Вот так. Вот так. Ну не надо так много, Лена. Ну, один шаг. I've said everything. There was the bus with the Russian Uzbeki. Uzbeki. I don't know how to say in English the word Uzbeki. They are very gloomy. No, I don't like them. There are our friends. They all are.